Привет, друзья! С вами мистер Лифтов. Сегодня произошло довольно печальное событие. Я поехал на своем велосипеде в парк Горького. Вот прямо отсюда, от дома, поехал до парка Горького. Где-то за полчаса доехал. Ехал по тротуару, потому что я еще новичок, и вот по трассе с машинами ехать боюсь. Ну, там, где еще тротуар нормальный, ехать можно. Там есть такие места, где вообще просто все убитое. Ехать просто нереально, надо катить просто велик самому. Ну и все время бордюры, каждую минуту ты должен останавливаться, потому что не везде есть спуски. Есть такие крутые бордюры, на которых переезжать на велике довольно стрёмно. Тут 50 на 50. Может, переедешь, а может, ты завалишься на бок. И приходится останавливаться и перевозить велик вручную. Ну, еще светофоры сюда добавим, в принципе, переходы. Короче, приехал в парк Горького, покатался там немножко по парку, ну и уже, когда, короче, планировал уезжать домой, в принципе, произошло очень неприятное событие. Я нечаянно наехал на голубя, к сожалению. Как это произошло? Я ехал даже с довольно небольшой скоростью. У меня спидометр, вот эти вот фонарь спидометра есть, но он показывал где-то 15-17 километров. Ехал по дороге, в середине вот так дороги ехал, и сбоку шли люди, с левого и с правого боку. Шла там женщина с детьми, а с правого боку какая-то старушка шла. Они отошли так в край, чтобы пропустить меня. И я вижу, места много, могу спокойно ехать. Как бы скорость сбивать, думаю, нет смысла, проеду. И тут просто вот из ниоткуда вот так вот голубь выскакивает вот прямо под колесо. Ну, я быстро нажал под тормозам, но колесо немножко проехало по его хвосту, но он так отскочил в сторону, не знаю, потом он выжил, не выжил, я не знаю даже, насколько серьезные травмы он получил. Ну, я не орнитолог, и я даже особо не останавливался, поехал дальше. Ну, как бы не сказать, что я боялся, что люди устроят самосуд за то, что я задавил голубя. Ну, скорее просто потому, что я ничем не смог бы ему помочь уже в этой ситуации. И все, и я поехал, в общем, дальше. Мог ли я избежать эту ситуацию? Мог, если бы за 3 секунды до этого я бы заметил, что этот голубь идет в моем направлении. Я в первую очередь смотрел на людей, чтобы не наехать на людей. А уже когда увидел, что голубь сейчас, ну, возле колеса, я, ну, уже ничего нельзя было сделать. Но я нажал на тормоз, но это не особо помогло. Мог ли я повернуть налево или направо? Нет, не мог, потому что вот именно в этот момент по бокам шли люди. Если бы я свернул куда-то, чтобы объехать голубя, я бы сбил человека. Ну и сам бы сильно побился. Сбил человека, а это уже административка, а может и уголовка, в зависимости от степени полученных травм. То есть тогда бы это привело бы к еще более ужасным последствиям. Я бы спас голубя, но это привело бы к еще более страшным последствиям для меня. Поэтому, как говорится, уже из двух зол надо выбирать меньшее. Вот такая, к сожалению, печальная ситуация произошла. Очень жалко птичку. Ну, в следующий раз буду ехать еще более аккуратней. Вообще, буду пытаться не разгоняться, чтобы вот в таких случаях можно было вовремя что-то сделать. Ну, к сожалению, вот как-то такая вот печальная история произошла.